Привет, привет! Привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. И мы сегодня будем открывать Пинки Пай. Что будем открывать? Пинки Пай. Пинки Пай, это кто такой? Это. Или что такое? Это пони Пинки Пай. А, это пони. Ну-ка давай посмотрим, что там за пони сначала. Ну-ка. Давай, что тут у нас за пони? А, это Pretty Pony, My Pony, Little Pony, маленький пони. Пинки Пай, что ли, ее зовут? Да. А, давай посмотрим, что тут в коробочке есть. Так, пони, да? Сама игрушка пони. Потом расческа. Это кого, пони расчесывать, что ли? Да. Так, шапочка с такими с украшениями. Два колечка. А колечко тоже для пони, что ли? Нет, это для меня. А, это для тебя? Прям два колечка для тебя? Да. Ясно. И еще заколочки. Ну как, сколько заколочек? Посчитай, Алиса. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть? Умничка. А какого цвета заколочки? Pink, red, blue, green, orange, blue. А ты по-английски назвала, а теперь по-русски назови. Какого цвета? Pink. По-русски? Розовый. Pink. Розовый. Pink. Да, розовый. Дальше. Ну говори по-английски. Red. Red. Красный. Blue. Blue. Синий. Green. Green. Зеленый. Orange. Orange. Оранжевый. Blue. Blue. Тоже синий. Ну голубой пускай будет. Ну давай, распаковывай. Будем смотреть, что там у нас есть, да? Так, давай я тебе помогу открыть, а ты будешь дальше сама открывать. Так, так, вот вытаскиваем так это, и вытаскиваем вот это. Пони тут, да? Так, ты давай, знаешь, что делай? Развязывай, Алиса, развязывай сзади. Там сзади такая штучка, нужно развязать, и пони твой достанется, да? Не можешь? Да, помочь. Давай, тебе помогу. Все, держи своего пони. Давай, я тебе здесь помогу раскрыть. Я сама. Сама уже? Получилось у тебя? Да? Так, эту коробочку убираем. Давай, я тебе скотч отрежу. Ну-ка, помери колечко. Ой, колечко какое, да, у Алисы? Что там еще Алиса открывает? Еще одно колечко. Еще одно колечко? Давай, показывай. Вот еще одно колечко. На другой пальчик, да? Ой, они на тебя большие, эти колечки, да? Нет. Ну-ка, давай, что там еще? Показывай, что там есть. Шапка есть, да? Так, сейчас на Пинки Пай оденем. Шапку оденешь, Пинки Пай? Оп. Ой, здорово! Ну-ка поверни сюда. Посмотрим, как... Ой, красивая какая пони, да? Здорово, Алиса, шапку. Поверни сюда, чтобы он на нас смотрел. Ой, какая красота. Красивый пони, да? А что там дальше Алиса достает? Расческу? Ты будешь пони расчесывать? Да. Прическу будешь делать, да? Ну, давай, доставай. Получается? Да. Можешь тебе помочь? Я тоже могу. Сама? Давай помогу. Сама. Сама? Она там скотчем не приклеена? Нет. Нет? О, достал. Ну-ка давай пони причеши. Ой, Алиса пони причесывает. Поверни сюда, чтобы мы видели, как ты причесываешь. Волосики покажи у пони. Вот, давай причесывай. Мы посмотрим, как Алиса причесывает. Ой, какая здоровская расческа. Пони причесывает, да?
Соколочки. Сейчас причешешь и пони соколочку это сделает, да, красивую. Какая тебе больше заколочка нравится? Это какого цвета заколочка? Зеленая. Так, что там дальше Алиса достала? Заколочку. Заколочку? Сейчас мы купим этот скотч. Скотч? Давай я скотч отрежу. Давай, давай. Нет, нет. Ну на, возьми ножницы, отрежь сама. Ты же умеешь ножницами отрезать, да? Ой, это что такое? Получилось? Ну вот, видишь, как быстро. И вторую тоже скотч отрезай. Вот. Так. А этот скотч дальше отклеивай. Получилось? Вот он так, ага. Отдирай, давай мне сюда. Нет. Все. Достала? Или он еще прилип? Давай я тебе помогу. Нет. Сама? Ну, скотч там прилип. О, все. И осталось что еще? Две заколочки, да? Да. Давай, доставай. И еще один остался, да? Все, все, Алиса достала. Давай, давай мне коробочку вот эту, я ее уберу, чтобы она тебе не мешала. А, там еще скотч у тебя остался. Да. Оторвала? Давай, сюда. О, давай. Опа. Так, ну что, показывай, что там у тебя, какие заколочки получились. Давай, делай тогда прическу. И, ой, здорово, какая прическа получилась у пони, да? Так, Алиса делает. Все. Ой, красота какая. Ну-ка, поверни, чтобы мы посмотрели. Нет, поверни, близко не надо, поверни. Вот так. Вот, вот так. Да-да-да-да, сзади. Ой, здорово, какая красота. Сколько ты там заколочек сделала? Один, два, три. Три заколочки Алиса сделала, да? И мне. И тебе. А ты себе куда будешь заколочку цеплять? На у тебя вон, смотри, сколько заколочек. Вон у тебя. Ну-ка повернись. Смотри, у Алисы тоже заколочки какие. Ой, у Алисы какая прическа замечательная. Покажи свои заколочки еще. Ой, сколько у тебя там тоже цветных заколочек и бантиков всяких. Вы с пони будете супер красивые девочки, да? Да, Алиса? Да. Что ты сейчас делаешь? Ищу колечко. Ищешь колечко? А, ты колечко себе на пальчик одела? Да. О, красота какая. Покажи. Ой, они у тебя на больших пальчиках, да, и еще слетают. Большие колечки получаются, да? А на удачу. Что? На удачу. Ну, а туда. У тебя, наверное, два пальчика аж влезет в одно колечко. Да? Она вот эти тоже оделась? На все пальчики налазит, да, колечки? Вот это не отсклеить. Получается? На каждый пальчик померила? Вот так. Вот так. Ой, здорово. Ну что сейчас Алиса будет делать? И шапку. А, шапку. Во, здорово Алиса придумала. Причесала, сделала причесочку, да? И себе прическу делает. Здорово. Алиса пони сделала прическу, сделала заколочки и шляпой украсила, да? А это ты себе? Да. А куда там себе? У тебя там есть место, что ли, где-то? Да. Ну, они, видишь, не держатся. У тебя вон, смотри, какая прическа красивая, тебе уже там лишнее. О, есть! Где есть? Ну-ка покажи.
Ой, Алиса хвостик как себе сделала. Здорово. Это ты сама придумала? Да. А это куда? Вот сюда тоже. Ну давай, цепляй. Сейчас посмотрим, какую Алиса прическу делает. А вот эти не нажимаются на кнопку. Не нажимаются? Нет, помоги. Ну-ка, давай, сейчас посмотрим. Нажимаются они. Все, нажимается. Тебя просто, наверное, сил не хватает? Нет. Нет? Mm-mm. Нажимаются они. Ты посильнее дави. Mm-mm. О, видишь? Mm-mm. Нажимается? Нет. Как нет? Ну, ты те нажала, значит, и эти нажимаются. Или те маленько по-другому сделаны, да? Да, по-другому. Ну, эти, значит, мы тебе будем помогать прицеплять. Ну что, во что ты сейчас будешь с пони со своим играть? Все, ты прическу сделала, да? Они даже на ней не идут. Ну, колечки, конечно, у пони сильно, сильно толстые ножки для этих колечек. Это колечки для девочек, да? Ой, как и замечательно Алиса украсила пони. Сколько ты там заколочек повесила? Три. Три. Какого цвета? Белого. Голубого. Голубого, красного и оранжевого, да? Помоги, пап, если закрути вот здесь сзади. Здесь сзади? Ну, это я потом тебе сделаю, это мама тебе сделает, да? Мама ж тебя хорошо заплетает. Ну что, Алиса раскрыла свою новую игрушку, да? Пони, My Little Pony. Как ты говоришь, его зовут? Pinkie Pie. Pinkie Pie? Ясно. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Пока-пока.